Привет. А я нашел, точнее как нашел, в Epic Store раздавали, я забрал. New Game. Какая-то квестовая бродилка. Название даже не буду говорить, не знаю, как произнести. Этан Картер, вот про него игра, кстати, там название, его имя, фамилия. Русского языка, ты в курсе, походу уже не существует в играх. Как не раздают игру, так обязательно без русского. Сейчас часик какой-нибудь побегаем, посмотрим, в какую сторону тут ходить, где упираться и не понимать, что делать. Это же квест. Ух ты. Графика вот мне сразу приглянулась в ролике, она такая прям красивая. Найди Итана. Короче, наверное, Итана надо искать. Забыл, как игра называется. Сейчас гляну, кстати. Что-то там The Vanishing. Итан Картер. Что такое Vanishing? Может, поиски этого самого Итана Картера. Может, не поиски. Так, вторым кликом рассмотреть. Shift бежать. Ctrl присесть. Ух ты! Офигенно. А тут надо быть поаккуратней. Ловушка. Что-то еще мистическое вроде как, да? Странно. Ладно, может лучше не сходить пока с дороги. А то так-то и не дойдем никуда. Давай. Еще одну ловушку вижу. Тоже трупы высвечиваются. Но здесь уже больше просвечивается. Может, тут нужно искать ловушки? Ну да, здесь еще один круг добавился. Может, какой-то портал откроется, когда все найду. Но они же не только снизу, они могут быть сверху. Это становится опасным. Дорожка какая-то. Ага, тут завал, я не пройду, видимо. Или пройду. Смотри, ты прошел. Блин, ну вот это уже непонятно. Нет, пойду на дорожку схожу, нельзя ее упускать из виду. Обошел. Зачем обходить? Мост закрыт. Не входить. Ну, квест есть квест. Тут бродилка, я думаю, будет еще та. Попомучаешься, походишь, попоищешь. Побесишься, что ничего не получается. Наверняка. Но атмосфера такая пока мрачноватая. Такое тихо все. Ни птиц, ни животных нету. Странно, почему не слышно. Ух ты. Еще одна ловушка. Сейчас, по идее, должно 4 фрагмента открыться. Наверное, еще одну ловушку надо найти. Тогда откроется пятый фрагмент.
Прикольно, тут нет прям такого ограничения. Можно лазить где хочешь. Уже интереснее прям. Ну, смотри, куда я могу забраться. Ну, есть, конечно, ограничения, но прям не жесткие. А если... Ой, мама! Пятая ловушка, вот она. Фух. Ну все. Пять ловушек нашел. И что мне это дало? Я переместился на поле трупов. Видимо, это те останки тех людей, которые попали. Текст. Блин, ну все ж по-английски, вот это вот засада. Дедушка, у меня есть кое-что для тебя. Спасибо, Just Leave It. Я прочитаю это позже. На самом деле... сохранить сцену. Короче, мое действие было такое в начале. Найти... Так, тут что-то еще. Одна смерть в горящем доме. Что дальше делать? Черепа исчезли, да? Ладно, видимо, пора возвращаться на дорогу. Я думаю, самое время пойти попробовать по мосту прогуляться. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my Странный life. ветер с No пылью. place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Да не трещи ты, дай пробежать, страшно ведь. Вдруг обвалится, скорее, 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 скорее. Так. Мне бы для храбрости что-нибудь из вооружения. Хотя бы дубину. Дайте. Ну дайте. Дайте дубину, пожалуйста. Так, тут три дороги. У меня есть одно правило. Я начинаю всегда слева осматривать. И потом, чтобы не путаться. Периодически его применяю, когда встречаю игры без карты. Так, подожди. Тут не в одну сторону практически идут, да? Кровище, что ли? Инспектировать. Нога. Что-то там пишет, пишет. Отрубленные ноги. Походу, чувак отполз далеко. Вон он лежит. И что мне это дало? Так. Не сейчас.
Я не могу это двигать, получается. Блин, непонятно, что. Вот сейчас я не понял, что дальше. Так, там можно спуститься на берег. А здесь что еще осталось у нас? Ну понятно, канистры, что дальше? Кар. Вопросики. И что? Его переехало тем поездом старинным. На нем кровь сбоку. Что мне это дает? Понятно, то же самое. Ну, допустим, я понял, что его... А тут он был привязан, получается. Его кто-то привязал. Веревка лежит. Нет крови. Крови нет, он как-то отвязался. Вот эта фигня, которая его проехала, да? Залезаем. Она ездит. По-моему, оно не работает. По-моему, он... А вот. Короче, что-то там пишет. Ключ какой-то лежит. Где-то на берегу озера. Который можно завести в этот трактор. Понятненько. Короче, детективная история прям, слушай. Не уверен, что меня надолго в ней хватит. Такой жанр бесючий. С этими ихними загадками, со всякими. Но пока все не сложно, то можно поиграть. Чуть-чуть. Но не больше. Так, где ваш этот ключ? Где-то был прямо возле воды, по-моему. Вот он лежит. Заберем. Я так полагаю, надо идти назад. Скорее всего, тут уже больше нечего делать. Вообще завалена дорога. Мне надо вернуться. Это типа обход был. Завала. Кто же убил мужика? Отрезал ему ноги.
Так, а здесь что, мы в этот завал упремся и все? Скала. Так, возле срубленного пенька валяется какая-то фигня. Надо в той стороне где-то найти срубленный пенек. Туда, я думаю, пока не пойдем. Рановато еще или сходим. Мне тут, наверное, долго будет блуждать. Пошли искать этот пенек срубленный. С какой стороны будет? Только с той именно? Или, возможно, где-то просто впереди? Это уже другой вопрос. Вон какой-то пень. Ага. Тейк. Какой-то камень. Веревка, камень. Кажись, завелся трактор. Это корыто работает. Блин, я его выключил. Зараза. Ну, я такими штуками не управлял никогда, что тут скажешь. Все, завели. А куда ехать? Вперед нам надо вообще или назад, слушай. Тут тупик. Значит, назад поедем. А зачем вообще его назад вести, что в нем ничего нет, что это нам даст? Еще раз ноги переедем. Что приехал? Давай выключим. Приехали, приехали за спелыми орехами. Ну давай, что дальше? Я привез эту штуку сюда. Отлично. Важно. Так, стоять. Камень вложил куда-то. И что? Что случилось? Что-нибудь произошло? Донат Интер. Пока видимых изменений никаких не вижу. Рядом, по крайней мере. Так. Там лес. Ну, раз в лесу, давай держаться левой стороны, как обычно я делаю. Ничего не видно, пацаны, а? Подожди. Так получше будет.
Шишка. Ого. По-моему, была шишка. Почему в гранату превратилась резко? Обалдеть. Гранату нашел. Может, этой гранатой нужно завал взорвать? Какие еще есть предложения? Так, я здесь заходил, да? Кажись, я уже тут был. Сейчас, походу, заблудился. Не, не то чтобы прям заблудился, я-то знаю, куда выход выйти. Поезду, скажем. А вот здесь вот, где был, где не был, уже сложно понять. Не, здесь точно не был. Слишком далеко оттуда вот отошел. Может, не стоит сюда так далеко залазить, в этот лес. Весь смысл. Так, скала какая-то. Прям торчит. Может, в ней что-то есть. Ладно, давай вернемся к завалу. С завалами, походу, ничего не сделаю. Если обойти его с другой стороны, может там? Нет, надо вперед идти, вряд ли там что-то. Что с вагонами? С вагонами ничего, походу, не сделаешь. Заготовка леса. Пока непонятно, что делать с гранатой и вообще куда дальше идти. Стоит ли туда в лес дальше углубляться или не стоит? Гранату я там нашел. Никакие ж клавиши ничего не включают. Тут бы что-нибудь было интересно. Нету ни инвентаря, ничего, ни подсказок, ни карты. А, жесть. Так, на станции тоже ничего нету. Ладно, пошли дальше. Так, электро.
какая-то электрощитовая. Так, тут какая-то тропинка идет куда-то. Никуда не приводит эта тропинка. Никуда она меня не привела. Просто обошел гору по кругу. Хорошо. Продвигаемся глубже дальше. Глубже дальше, выше, веселее. Походу тут ничего не нужно пока что, да? Идем, валим. Хотя смотри, вот в лесу граната была, да? Кажется, что ничего на самом деле было. Вот страшно что-нибудь пропустить, а потом, когда ты упрешься в какой-нибудь тупик, и тебе придется по новой облазивать каждый угол, чтобы найти то, что тебе нужно. Вот это будет страшнее всего. Ну и что тут делаем? По дороге, либо в те, к тем домам, а? Надо немножко вперед пробежаться, посмотрите, что тут тупик, наверное, да? Так, здесь что? Угу. Надо, наверное, туда, в эту деревушку идти, я думаю. Здесь вряд ли что-то будет. Ну да, тут тупик. Все, ясно, значит, в деревне. Ну, убедиться стоило. Я же говорю, чтобы потом не возвращаться никуда. Здесь ничего не упустил. Хотя много мест я пробежал мимо, чтобы не задерживаться особо. Если там где-то что-то было, я мог все-таки не заметить. Это 100 пудов. Это какая-то дамба. Чувствую, тут бродилка, жесть. Сколько тут всего и туда, и сюда. Надо начинать обследование города теперь. Дома выглядят заброшенными. Так, это подстанция. Сомневаюсь, что в нее можно зайти. Он, кстати, здесь не прыгает. Это что за дом? Это не дом. Там какой-то проход в неизведанном, а куда? Здесь два дома. Начну с левого, как обычно, если есть дорога, есть. Дорога есть. Так, для начала обойдем дом.
Там вот и снизу еще большие дома есть. Оригинально в него еще и зайти нельзя. А не, можно. Ой, он конкретно заброшенный. Ну и что это мне дает? Да и ровным счетом ничего. Ух ты! Мистика. Сейчас что-то произойдет, когда зайду. В прошлое попаду. Нет? Ой. Так, хорошо. Походу, лабиринт из порталов будет. Каждый будет меня отправлять неизведанно куда, да? Блин, на втором этаже еще. А ёшкин кот. Вот это бродиловка. Походу, надо выключаться уже. Иначе сейчас... Сейчас это все дойдет до таких... Так, я пришел отсюда, давай слева. Блин. Это я на втором этаже. Жесть. Короче, видимо, не то я сделал, надо еще раз прочитать. Значит, не левый мне портал нужен, допустим, правый. Меня должны эти двери куда-то привести. Так, опять не туда. Там же ж налево еще были двери. Нет. Налево точно все. Давай с правой разбираться дверью. Тут еще здесь вот сюда не был. Это вроде как чердак, да? Это выход. Оно, кстати, видно. Где выход? Оно везде на выход показывает теперь. Уже везде. Ну, значит, опять неправильно пошел. Вот же ж, ё-моё. Сейчас-то на выход не показывает. Типа один телепорт, а теперь... Это тоже не выход, слушай. А здесь что? Крыша как будто бы... Блин, на выход попал. Жесть. Что-то ж здесь таится какая-то тайна, блин.
Здесь, по-моему, не был еще ни разу. Здесь нет ничего, какая разница, был я тут или не был. Все, выход. Знать бы, что тут делать нужно. Там, может быть, описано, куда идти. Здесь тоже не был. Но это ровным счетом ничего не меняет. Это не выход. И это не выход. Менять можно комнаты. Блин. Офиг его знает, куда тут. Ё-моё, если честно. Это выход. Но он уже не свапается. Не меняется. Все. Все, последний раз. Если честно, не знаю, куда идти тут. Блин. Тут, походу, можно с первого раза менять. Не, с первого раза нельзя. Что за подвал? Это не подвал. Блин, это не подвал. Был, был. Вроде был, вроде был. Я тут уже везде был, поскольку. Все! Больше не могу, я не знаю, что тут делать. А, стой, хочу, подожди минутку, сейчас хочу кое-что прочитать. Так. Фиг его знает. Так. Надо ж, наверное, закончить, да? Стой. Тут свапаются в какие стороны? Те же самые, в принципе, да? Так, я там был уже. А здесь? Тут выход уже теперь. И тут выход. И тут выход. До свидания, дом. Сумасшедший дом, до свидания. Давай посмотрим, что в следующем. Что здесь за тупик? Какой-то подъемник, что ли? Похоже на лифт. Только не рабочий. Видимо, его надо будет запустить как-нибудь. Еще один дом впереди. Если он такой же замученный с этими порталами, это, конечно, беда будет. Еще и туда можно пройти. Обалденно. Ну давай. Что-то очень знакомое. Почти одинаковое помещение. Здесь то же самое будет. That was said. Travis was slowed. Mom was mad. Uncle was mean. Грэмп was cute. Ой, тяжело в таких штуках. Ой,
Ты чё кричишь? Так, там на второй этаж. Давай первый до конца просмотрим. Огромный дом, заблудиться можно. Не хочу я себе такой. Так нет ничего. Нет нифига в этом доме. Самая величайшая ценность людей — это книжки, но если какой-то шухер, книжки всегда бросают. Никому эта ценность не нужна. У меня складывается такое впечатление, что эта ценность очень сильно навязано людям. Цените прям. Это же знание. Мы вам там напишем всякую фигню, а вы верьте. Так, ну что, поднимемся в горы. Не зря, что дорога есть, да? Я еще пока ничего не сделал вообще. Просто хожу. Непонятно, что делаю. Они там что-то говорят, на листиках что-то пишут. Но так как я это не могу прочитать, значит, я не знаю, что делать. Что там? Ну-ка, ну-ка. Там как будто бы что-то происходит. Ты меня сейчас типа не пускает или что? Мне нужно туда вообще идти или... Я вроде ближе и ближе с каждым разом, да? Что-то написано было, зачеркнуто и опять написано. Ясно. Ну, как ясно? Нифига, в принципе, не ясно. Ну, ясно, что не ясно. Ничего я здесь забыл. Я теперь не помню, где дорога. Тут же наверняка какая-то подсказка в этих лежит. В снимках, в записках. Так, вон дом. Дорога, значит, где-то с этой стороны была. Вон дорога. Пойду наверх схожу. Куда-то меня эта дорога приведет же, я думаю, куда-нибудь.
Капец, бессмысленное шатание по игре. Никого нету, только я один хожу. Чё делаю, еще какая-то постройка, и там, наверное, дорога дальше идет, куда-то идет. Ладно. Пошли в этот храм, церковь, что это такое? Чё это такое? Кладбище. 100 пудов склепы. Инспект. Масло. Где-то лежит разбитая лампа. В башне, скорее всего, да? Птицы какие-то мертвые, кровищи кругом. Что я должен разглядеть в этой темноте? Ничего не видно. Значит, что-то там внутри, да? Мне, наверное, без лампы лучше туда не заходить, а там в темноте ничего не найду. Надо за лампой сходить. Дай-ка гляну на всякий случай. Да. Сразу лучше взять лампу. Она где-то... Где-то есть эта лампа тут. Где-то тут. Ага, скорее всего здесь. Возьмем. Она будет работать вообще? Ой, как темно. Не пойду я в эту темень, темноты боюсь. Так, теперь взял лампу, что дальше? Ее как-нибудь заправлять надо. Ну, поставил. Окей. Что дальше? Зашибись, поставил лампу. Ну, фигня это опять мне покажет внутри, да? Показывает что-то там, как будто бы как рука лежит чья-то в темноте. Чё ж не бачно. Стой. Дай кое-что сделаю. Пробую немножко. Улучшить. Яркость увеличить. Все равно ничего не видно. Там труп лежит, а не рука. Чей-то труп. Прямо напротив входа. Пошли попробуем. Ворон. Один есть, второй под вопросом. Где ворон? Где ворон? Вот эту загадку я, в принципе,
Немножко понимаю. Ворон лежит возле какой-то могилы. Там, где статуя перед... Ладно. Возле могилы и видна статуя. Статуя, статуя. Вон какая-то статуя. Ориентируемся от статуи. Блин, а в какую сторону? Статуя была видна, нет, наверное, ближе чуть-чуть. Статуя была сзади или спереди? Вот вопрос хороший. А, вот. Так, ворона, походу, можно поставить туда. Ну, что-то начинает... Ну, это что такое? Вот он что-то говорит, что это такое. Блок. Так, кровь чья? Коровья типа или человеческая? Пятно крови, непонятно чью. Там дорога какая-то, боже. О, тут еще можно инспект, что-то тут. Тоже что-то пишет, типа ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту пишет. Что-то пишет, это он рассказывает, что он понимает здесь, а потом задает вопрос. Сигил. Это типа какой-то знак. Давайте вы свет зажгете здесь, а? Круто. Били ножом. Тоже вопрос. Нет крови. Короче, он что-то говорит, получается. Факты какие-то, типа что-то. Минимально крови, крови нет. И потом вопросы. Что осталось без вопросов, типа. Что мне это дает, я вот не понимаю. Это вот тауч, типа прикоснуться. Я взял еще нож. Знак. Воткнул сюда нож. Этим ножом резали птиц здесь, понятно. Что мне это дальше дало? Да нифига, в принципе. Я все равно в тупике. А нет. Теперь не в тупике. Какая-то душа полетела. И чё? Ага, какие-то воспоминания. Что мне это дает? Типа его сюда ведут на смерть. Ну хорошо. И в чем прикол? А, вон вижу что-то еще. Его ищут, видимо, да?
Подсказок нету. Сюда, может быть. Здесь тоже нет подсказок. Если в эту сторону. А вот коровье пятно. Пятно с крови. Здесь была драка. И что? 3, 2, 1. А фиг его знает, ёшкин кот. Так я ж ничего не могу сделать. А, определить сцены. Все, я хронологию сделать, создать хронологию. Хронология. Вот это вот один. Нет, вот это один. Это два. Это 3. Четыре. Пять. Жизнь собрал. Наш мальчик. Ну и что мне это дало? Next scene. Видимо, неправильно сцены сделал, да? Раз такая фигня. Да, значит, неправильно сцены раз прерывается. Значит, там не вторая. Может, это вторая. Нет, не вторая. Значит, не вторая. Ну, методом исключения будем делать тогда. Нет, и это не вторая. Значит, может, та не первая? Вот в чем вопрос. Возможно, что это не первая сцена. Может быть, это первая. Подожди. Нет, это первая. Блин. Какая ж тогда вторая? Forever. The hell's going on? Where's Ethan?
Короче, я что-то потерялся. Но вот эту сцену я не могу переделать. Так, значит, она первая. Это не вторая. Методом исключения. Только вот это может быть вторая. Но тут же совсем другое. А, да. Вот она, вторая. Так, это не третья. Вот третья. Next. Next. Dale's weak. He always has been. You're right. The hell's going on? Нет. Значит, вторая, третья, значит, вон там четвертая. Пятая в конце. Так, next, next. Да, отлично. А это пятая. Все, все сцены пройдены. Я уж замучился. Если честно. Это типа из трупа мы вытянули воспоминания, да? Sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever. Я мог бы еще это все просмотреть, да? Не, не хочу. А и что мне теперь делать? Хороший вопрос, но это вопрос другого ролика. Потому что в этом ролике, я думаю, уже достаточно похождений. Уже, наверное, больше часа бегаем. Суть понятна, что тут можно будет сломать мозг себе, наверное. Так, тут ничего нету, походу. Так что, если есть желание помучаться, конечно же, тебе эта игра подойдет. А так, я думаю, у меня на сегодня все. Кстати, если понравился ролик, не забудь сделать то, что ты должен, как порядочный подписчик, это сделать. Ну, если не понравился, то, в принципе, можешь так просто лайк поставить, да и все, идти с Богом. Ждать следующего ролика, он будет, скорее всего, завтра, да и все. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующем ролике. Ну или на стриме вечером. Все, пока.